Энергия здесь била через край. На российскую энергетическую неделю приехали эксперты международного уровня, главы государств и регионов, профильные министры из 20 стран. В форуме участвовал и президент Татарстана Рустам Миниханов. В его присутствии было подписано историческое соглашение. Нижнекамскнефтехим получил долгосрочный кредит на 240 миллионов евро. Средства 6 банков Германии вложат в строительство современной электростанции с экономичным расходом топлива. Мы поздравляем наших коллег. Это большая работа специалистов ТАИФа, специалистов Сименса, наших банковских структур, страховые компании. Ведь они все риски смотрят. Это еще и рейтинг. То, что компания имеет такую высокую инвестиционную привлекательность и большое доверие. Сегодня же соглашение о сотрудничестве подписали ТАИФ и Сименс. Этот контракт даст право покупать оборудование напрямую, а значит, расширит взаимодействие по обеспечению прозрачности прямых закупок. Выделено под гарантии экспортного кредитного агентства «Гермес» и одобренные комитетом Бундестага Германии на сумму 240 миллионов евро сроком на 15 лет в очень льготных условиях. Рустам Миниханов выступил на панельной дискуссии по мировому рынку нефтегазохимии. Президент республики отметил, что отрасль остается одной из ведущих в экономике Татарстана. Ну а сегодняшние контракты на полях форума в очередной раз подтвердили – республика умеет привлекать инвесторов.